Здравствуйте, уважаемые участники Golden Time. Меня зовут Наталья Жижко, я художник. И сегодня мне выпала честь оценивать ваши работы. Посмотрев ваши работы, я была приятно удивлена. Очень много прекрасных, креативных, талантливых работ, разнообразных по технике исполнения, по стилям, и это впечатляет. Мне понравились очень многие работы, но для себя я выделила несколько художников. Александра Благовещенская, живопись, из Источника, браво. Ахмед Касимов, золотой телец, бронза, литье, впечатляет. Андрей Доленко, очень сложная техника, гравировка на кости, зуб кашалота, декоративно-прикладное искусство. Но я не смогла выделить какую-либо одну работу, все работы чудесные, очень тонкие и реалистичные, несмотря на сложную технику исполнения. 10 баллов. Артём Лютчев, «Исход». Очень интересная работа. Александр Батулин. Работа выполнена в технике пастели «Король лев». Замечательно. Алена Поздняк. «Девочка с мешкой». Пастель. Алена. Все работы великолепны. Наталья Мазюк. «Акрил». Полет бабочек. Очень яркая, позитивная и весенняя работа. Спасибо за хорошее настроение. Анна Иванова. Петух и лампа. Графика, карандаш. Отличная фактурная работа и прекрасно выполнена. Итак, Екатерина Лаврушина. Легкие прозрачные акварели. Как я работаю в этой технике и знаю, насколько это сложно. Вам удалось. Браво. Ольга Цыганкова. Выгодная позиция. Прекрасная работа. Мне понравились все работы Оли. Оля, вы очень талантливы. Алена Поздняк. Хурма. Чудесная живая акварель. Дмитрий Дерепов. Неоновые огни. Роспись стены. Акрил. Великолепная работа. Масштабная. Впечатляет. Здорово. Ирина Богданова, «Хранитель снов». Очень теплая, сказочная, добрая работа. Спасибо. Воробьева Людмила, «Настроение зима». Фактурная и живая работа. Пользуясь случаем, хочу поздравить прекрасную половину Golden Time с наступающим праздником весны, пожелать счастья, здоровья, удачи, любви, прекрасного настроения, улыбок и всего самого наилучшего. Я надеюсь, мы встретимся еще. Всем чудесного настроения. С уважением, Наталья Жижко.